Обратиться к власти с вопросами и просьбами можно, посетив общественную приемную и администрации города и района. Существует также интернет-приемная. Не первый год действует и еще одна форма работы с населением – расширенный прием граждан. Во время приема жители могут лично обратиться к главе района и его заместителям. Люди приходят за помощью в решении абсолютно разных вопросов – от коммунальных проблем до социальной поддержки. Неля Шаповалова вместе с двумя несовершеннолетними детьми, жители хутора Маевского, в прямом смысле слова, остались без крыши над головой. Этой зимой их дом с печным отоплением полностью сгорел. На улице холод, а жить негде, говорит женщина. Ну, дом сгорел, потому что у нас печное отопление, газа у нас не было. От печки загорелось, там рядышком были дрова, чтобы подкидывать, так как вечером нужно было протапливать. Сын растопил печку и сгорел дом. Сгорел дом полностью, восстановлению не подлежит, поэтому, а сейчас строиться нужно. Временно женщина вместе с детьми живет в доме неравнодушных к чужой беде земляков. В одиночку решить вопрос с жильем ей не под силу, поэтому решила обратиться к главе района. Пришла к главе района попросить помощи о том, чтобы, может быть, стройматериалами, ну, обещал помочь. Рассмотрев вопрос, Роман Снеговский поручил оказать семье материальную помощь. Также глава пообещал помочь при строительстве дома. Этот вопрос поставлен на особый контроль. Всего в этот день главе и его заместителям обратилось 35 славянцев. Большая часть вопросов касались капремонта многоквартирных домов, проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, просьб об асфальтировании улиц и тротуаров. По каждому из обращений в этот день Роман Снеговский дал поручение руководителям отраслевых структур и специалистам муниципальных служб. Следующий расширенный прием граждан состоится в конце февраля. Предварительная запись вопросов проводится в общественной приемной районной администрации или по телефону горячей линии 4-11-12. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».